Привет! Сегодня хочу приготовить очень простой и быстрый в приготовлении тортик из доступных продуктов. Разбиваю в чашку яйца. К яйцам добавляю сахар, также ванильный сахар, щепоточку соли. Хорошо это все смешиваю венчиком. Хорошо смешала. А потом взбиваю миксером. Так, взбила хорошо. Теперь в эту смесь добавляю кефир, обязательно комнатной температуры. Должны быть яйца и кефир. Растительное масло. Все это хорошо и тщательно смешиваем. Теперь в эту смесь добавляю просеянную муку, какао и разрыхлитель. Можно миксером, можно венчиком, как я. Тесто готово. Вот такое по консистенции оно получается. Теперь форму выливаем тесто. Духовка у меня уже включена на 170 градусов. Бисквит будет выпекаться где-то 40-45 минут. На дно формы я положила пергамент. А смазывать стенки формы не надо. Бисквит будет подниматься и будет хвататься за стенки формы. Все, отправляю бисквит в духовку. Бисквит у меня выпекался ровно 40 минут. Теперь мне нужно его оставить, чтобы он полностью остыл. Для крема я беру вареное сгущенное молоко и сыр маскарпоне. И все хорошо это перемешиваю. Я сейчас срежу вот эту верхушечку, срежу края. Разделила тортик на три коржа, а обрезками буду обсыпать тортик. Дно тарелки смазала кремом, я буду на ней собирать тортик. Пропитывать буду сладкой лимонной водичкой коржи. Теперь смазываю кремом хорошо. И этот торт, конечно же, желательно на ночь оставить в холодильнике, чтобы он хорошо постоял и пропитался. Теперь посыпаю орешками. Второй корж. Опять сиропом поливаем. И также последний корж полили сиропчиком и смазываем кремом. И также тортик смазываем по бокам. Теперь тортик буду посыпать крошкой по бокам. Тортик готов. Сейчас он постоит, настоится. Можно будет разрезать и пробовать его. Я взвесила здесь почти 2 килограмма, 1,930 кг. Так, какой же он внутри, смотрим. Смотрите, какой он очень такой нежный, воздушный и ароматный. Ну вот и все, друзья. Такой торт можно приготовить на любой праздничный стол. Я думаю, всем понравится. Он очень вкусный и быстро готовится. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал и писать свои комментарии. Всем пока-пока!